Итак, боец в синем углу, боец из Таджикистана, весовая категория 66 килограмм, кандидат мастера спорта по самбо, чемпион Таджикистана по боевому самбо, профессиональный рекорд, 2 победы, 1 поражение и 0 ничьи, бойцовский клуб Могир, тренер Абдулла Зора Сьявуз, встречаем Халимов Бехрус! И его соперник, боец команды Кыргызстан, представляет Чатхал, весовая категория 66 килограмм, роста 75 сантиметров. Ему 26 лет, чемпион России по рукопашным боям, чемпион России по грэпплингу 2017. Профессиональный рекорд, 1 победа, 0 поражений и 0 ничьи. Бойцовский клуб Айкуль Манас. Нарматов Дулетбе! Бойцы на середину. Боец готов. Время. Бой. Первый раунд. Давай!
Закончился первый раунд. В октагон, бойцы. Красный угол, протрите бойца. Замечание бойцу красного угла. Запрещенные удары. Паховая область. Затылок. Приглашается Анарбаев Алмазбек, организатор турнира. Бойцы на середину. Об этом бою во втором раунде за 2 минуты 51 секунду удушающим приемом победу одержал Халимов Бехрус.